Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. Вскоре мы начнем обзор и тест радар-детектора StreetStorm 9540. Так, включаем. Пожалуйста, не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Нам пишут, какие диапазоны включены, какие выключены. Выставим режим, который нам нужен. Включен режим город. Режим город 2, по-моему, работает только на стрелочку. Включен. Трасса режим. Не нужна слишком помех. Включен. Город режим. Один, то, что город. Нужно. Режим. Затемнение выберем, чтобы нам было получше. Режим. Режим малой яркости. Видно это на экране. Итак. Также хочется заметить, что радар-детектор StreetStorm 9540 может детектировать, в принципе, все радар-детекторы, существующие на сегодняшний день в Российской Федерации. Такие новые, как робот, ну и так далее. Стрелки муляж. Скорость. Ха, интересно. То есть через 350 метров висит стрелка муляж. Сейчас, я так понимаю, детектирование происходит по средствам GPS. Скорость.
получается следующее. Если в базе GPS какой-либо из радарных комплексов обозначен, изначально срабатывает GPS-датчик, и мы на дисплее видим, через сколько метров будет радарный комплекс. Если точка не стоит на карте, то срабатывает радарная часть, и каким способом мы мимо стрелки не проедем, соответственно, скорость не превысим, и останемся в хорошем расположении духа. Но думаю, я в Москве не найдется мест, где не обозначены радарные комплексы стрелка, если даже обозначены муляжи. Посмотрим. С вами был Каррадар. Меня зовут Сергей. Удачи на дорогах.